Здравствуйте, друзья и гости моего канала. У меня такой разговор о капканах. Из названия видео вы уже знаете. На мой взгляд, самый лучший капкан для отлова куницы, соболя, это капкан номер 0. Не такой капкан, как 0, это не 0, андатра номер 0. Но обычная нулевка. И тайга номер 2. Все. Это из многозахватов. Из гуманных я не буду о гуманных говорить, какое, что, мне толком их нету. На мой взгляд, лучше капкана Агафонова К2. Из гуманных ничего не придумано. Легкий, удобный. Ставить секунды, не то, что там эти... Суасовские, может, тоже есть там хорошие кулемки эти. Я не спорю. Но это... Тащить бутылку с собой или кору, что-то выдумывать. Там К2 на любой сучок можно поставить. Ладно, об этом не будем разговаривать. Вот разговор. Наша обычная нулевка. Номер 0. И тайга номер 2. Из тайги там 0, 1, 2, 3, 4. Капканы все более-менее нормальные. Но на мой взгляд, самый лучший номер 2. Из тайги номер 2 на отлова куницу, норку, горностая, соболя, белку. И капкан, у меня просто все капканы в сарае, вот дома есть 2 капкана. Такой вот, ну это на типа андатра капкан. Вот. Капкан номер 0 зеленый. Эти капканы чем мне нравятся? Эти капканы именно от андатра. Видите, как насторожка отсюда идет? Мне нравится тем, их хорошо устанавливать в дупло. Дупло дерева. Ну ладно. Разговор о том, что вот нулевка, она в принципе точно такая же. Только чуть-чуть по-другому стоит. Но так принцип один и тот же. Капкан очень хороший. Нулевка. Что вот это? Двойка. Еще номер 1. Тоже хороший. Ну, номер 1 там разговор. Он и на весу пойдет. Пружину у меня и весу можно поймать. Я и зайца ловил в однерку. Только новые пружины, они тут очень мощные. У меня и зайца выдерживал. Я и зайца ловил однеркой. И весу ловил. Разговор о том, что... Самые оптимальные. Сейчас вот эти К2, ой, КП-120 у меня есть. По-честному говоря, такой геморрой их взводить. Это он нажал, бах-бах, все сделал. Так же и Агафонов. Нажал и взвел. Это одну пружину, вторую. Тащи туда ящик с собой. А еще хрен его знает, сезон от охотишься. Ящик будет стоять в лесу пустой. Медведь найдет, он его захреначит от запаха. Там есть запах. Он захерачит этот ящик. Опять тащи. Это ящики делай. Можно, конечно, в березовую кору КП-120, как у меня было. Но... Не знаю. К2 лучше всего. Хоть Серега там чеграл и расхваливает свои эти... Суаз! Ящичные, не ящичные, это все... Ерунда. Вот. Для отлова куницы, соболя. Но самый оптимальный вариант для отлова, ну, на промысел. Идти. Капкан номер 01 и тайга двойка. И если вы такие же гуманные, берите К2. Не прогадаете. Можно также его и куда-нибудь примостить в какой-нибудь ящик. Потому что там и на проход можно сделать, и на подтягивание. Только вот Степаныч охота, Степаныч канал, это охота рыбалка есть. Они там видоизменили насторожку педальную. Зачем, я понять не могу. Все капканы, эти капканы были К2, придуманы в советское время. В советское время не то, что сейчас дураки одни сидят. В советское время люди умные были. Делало все нормально. Птицу даже ловит. Что говорить?
Обзоры на эти капканы можно найти у меня на канале, есть видео с этими обзорами. Так что, друзья, мой, кто хочет заняться промыслом охоты, 0-1 и тайга двойка. Берите. Однерку, тайгу тоже можно, но слабовато. Двойка на очень хороший капкан. Так что, ладно, до свидания, друзья. Мира, здоровья, любви вам. Всего наилучшего.